Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра Африка Арена. И в этом выпуске мы будем проходить такое замечательное событие, чудесное путешествие глубины времени. Итак, глубины времени. Событие завершится через 10 дней, это в данном случае. Я, собственно, его уже прошел, собрал все сундучки, все алмазные сундучки, так мы их назовем. Итак, жуткий демон сделал нам очень заманчивое предложение. Алчный смерчный, я вижу, что желают ваши сердца, вашу тягу к сокровищам не насытить. Короче, предлагает нам получить очень-очень много сокровищ, но для этого мы должны будем как бы на него поработать. Итак, какая здесь фишка? Собственно, есть два мира. Мир, который отображает нынешнее время, и мир, который отображает прошлое. Причем, если мы будем изменять прошлое, то и, соответственно, настоящее тоже будет меняться. Как вы видите, здесь деревня разрушена, а здесь она еще целая. То есть подходим к деревне сразу же. Хопа! И тут появилась банда. Банда вот, мощных разбойников-головорезов. Вот. А в настоящем времени, пропали леса. Вот. Поэтому сразу же возвращаемся в настоящее время. Хэч! И бежим к сундучку. Оу, вытягивание жизни или же 100% к фракционному преимуществу. Вот даже честно я не знаю, как бы там урон такой мощный, а здесь как бы вытягивание жизни. Ну давайте возьмем все же как бы урон. Сейчас у меня команда такая подкачанная, хорошо довольно, поэтому возьмем урон. Так, то есть при этом, смотрите, нам необходимо будет пройти дальше. То есть всех повыбивать по возможности, подкачаться и пройти дальше. То есть вот эти вот три зоны, раз, вот эти вот два, вот и три, нам необходимо будет не перекрыть полностью, то есть оставить какой-то проход. Для этого выбиваем вот этих вот чертей. Так, обычные враги. Поехали. Так, в бой, отлично. Наказываем их тут, быстренько наказываем. Вот. Потому как плюс 100 к урону при фракционном преимуществе. Пам-парабам, пам-пам-пам. Отлично, есть первый сундучок. Так, кого мы здесь возьмем? Сокращает период восстановления способности. Ну, давайте все-таки вот эту тему возьмем. Плюс 12 к урону после 4 выигранных битв. Так, автоматически. Все, всех нашинковали, отлично. Один лишь Брутус сопротивляется. Вот, использовал свою способность с иммунитетом, типа такой. Меня не забьешь, но тем не менее забили. Так, что мы тут получаем? А получаем мы здесь при каждом убийстве или же герой, использующий интеллект. Так. А давайте все-таки вот эту тему возьмем. Опа! Заросло. Заросло лесами. Так, здесь смертельно, скорости. Да, вот эту тему возьмем. Плюс 25 к защите. Хопа! Опять заросло. Теперь выбьем этого еще не перса, а команду. Команду эту хаоса. Так, есть. Собственно, это путешествие не такое уж как бы и прям сложное. Довольно-таки простенько здесь все обходится. Но при условии, опять же, необходимого уровня прокачки. Так, вот это возьмем. Чик. И вот этих вот не будем трогать. А бахнем, конечно же, вот эти вот обычные враги. Исключительно для того, чтобы получить сундучок с усилениями. Подкачаем нашу команду, и все будет отлично. Вот это возьмем. О, или ускоряет вашу команду на 6 секунд. Это, кстати, нормально таки. Есть. Так, ну здесь мы все сделали. Вот, возвращаемся в наше время. В настоящее. И можем идти дальше. Так, здесь есть как бы вариант вот сюда проскочить. Бои, которые проводятся в настоящем времени, ни на что не влияют. Поэтому можно, в принципе, выбивать хоть час сразу всех из настоящего времени. Давайте, собственно, это и сделаем.
Есть, отлично. 9 секунд. Нормально, нормально. Так, что мы получаем здесь? Меткость плюс уровень критического удара. Плюс 5%. Это хорошо, 5%. Едем дальше. Сплошной хаос. То есть, в принципе, если у вас герои свет, да, носители, то будет довольно-таки простенько справляться в этих миссиях. Так, все, набили, набили быстренько. Есть. Дальше. О, еще лучше. Меткость плюс 50 уже. Уровень критического плюс 10. Едем дальше. Все подкачались, отлично. Насытились энергией. Восстановление здоровья плюс 80%. Кстати, кто может не в курсе, как бы это влияет на количество получаемого лечения различными навыками героев. Вот, к примеру, сейчас, смотрите, по 39 тысяч добавляется здоровья, когда Немора использовала свою способность. Хотя сейчас у нее 22, по-моему, идет. Тысячи. Вытягивание жизни плюс 15. Тоже неплохо, да, довольно-таки приятная тема. 25 не взяли, а вот эти возьмем. 15, это хоть и не 25, но тоже много. А еще плюс то, что мы используем плюс 80 к восстановлению, то получается даже где-то процентов 25 и выходит. Так, когда герой погибает после каждого боя, ну как бы вот герой погибает, я не думаю, что тут кому-то удастся забить наших героев. Так, есть. Значится, вот такой вот бой. Много уникальных героев хаоса против нас сейчас. Но это абсолютно ни о чем не говорит. Это ничего не решает, потому как команда у нас уже накачана, дальше некуда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как же так? Не может такого быть. Это какой-то обман, по любасу. Так, поэтому быстренько перезагружаемся. Так, пусть поспят немножечко. Так, как же так, выбили фею опять. Так, выбили опять фею, выбили фею. Ну, давайте все же вот так вот сделаем, да. Посмотрим, что изменится. И вот это вот сюда. Вот так вот, да. Есть. Просто поставим ее в центр, дабы не смущать наших врагов, соперников. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Люция, Люция, вырубили. Ну да ладно, как бы уже, в принципе, и так поставлю, там у меня есть намеченные персонажи. Справимся и без него. И без Тази тоже справимся. Да, босс, конечно, задал жару. Можно было все-таки в прошлом немножко пошерстить и насобирать себе там различную поддержку. Так, хоть противник в этом приключении могут быть опасны, не бойтесь, их сила не будет расти. Если вам придется трудно прокачать своих героев, попробуйте еще раз. Это вот такой вот совет, то есть не могли его дать раньше. Так, напомню, кто может быть еще не в курсе, находится вот здесь вот сундучок. Один из сундучков. И вот здесь вот один из сундучков находится. Так, ну что, ныряем в прошлое. Ныряем в прошлое и начинаем выбивать всех вот этих вот ползучих, кусючих и тому подобных гадов. Ну, возьмем, кстати, вот Люция из поддержки. И возьмем еще из поддержки, пожалуй, ну не из поддержки, а из основной команды, вот такого вот мага. Белинда обладает способностью усиливать команду и довольно-таки мощный суперудар у нее. Хоть она у меня и не прокачана, на максимум как бы не получалось ее прокачать, не выпадало еще
в таком количестве, чтобы можно было ее заапгрейдить. Но тоже, в принципе, считаю, что это нужно сделать. Так, уровень защиты. Плюс 20%. Чухаем дальше. Так. Есть. Кэч. Отлично, отлично. Все, выбили. Пам-пам-парапам-парапам-пам. Так, восстанавливает 16% здоровья в начале боя. Ну, даже как бы не знаю, ну, как бы вот такая пусть будет фигня. Ничего особенного нет. Дальше идем вот сюда этих выбивать. Так, всех перебили. Остался маг. Колдун, точнее. Есть. Так, здесь что у нас? Лесные жители, использующие интеллект, или задняя линия. Возьмем героев задней линии. Плюс 30 к критическому удару. Так. Вообще сейчас будем выбивать всех одного за другим. Так. Вообще мира. Ай-яй-яй-яй, даже не успел перезарядить Шемиру. Ну, добой будет как бы попростенький, я думаю, но так, первые 25 секунд боя существенно снижают здоровье всех в начале боя. Ну, нормально пусть будет такая тема. Потому как перцы у меня уже прокачаны, 1300 тысяч, буковка К означает тысяч, то есть по сути 1 миллион 300 тысяч. Мощь отряда. Все, есть. Всех перебили. Опа! Отлично! И вот здесь такая есть фишка, что необходимо как бы будет играть во второй раз. То есть сначала мы что должны сделать? Всех перебиваем, потом появляется босс, вот, сражаемся с боссом. То есть, к примеру, вот этих вот всех защитников перебиваем. А в другой раз, нам необходимо будет поджечь вот этот вот алтарь. От этого алтаря исходит сильнейший жар, если его уничтожить, он подожжет врагов поблизости. Вот, собственно, его мы и будем сейчас поджигать. Но в чем прикол, опять же, если мы сейчас вот, выбьем хоть одно звено, то есть или этих врагов, или этих, то алтарь тогда не будет действовать полным ходом, а именно не сможет по цепочке прожечь дальше вот эти вот леса, и мы тогда не сможем забрать сундучок, который находится здесь. Поэтому возвращаемся, значит, в настоящее. Так, есть. Сюда си. Как бы, как я не пробовал, но у меня не получилось с одного раза вот все сделать так, чтобы получить сундучки все открыть. Есть, разрушаем его. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все сгорело, шеф. Все пропало. Зачем использовать такие жестокие методы? Мой план провален. Да, но тем не менее, как бы, только так можно получить доступ к этой ячейке, к этому сектору, чтобы забрать сундучок. Вот. Один раз мы делаем так, один раз мы просто выбиваем всех. Вот если мы выбьем их всех, то здесь будет деревня целая. А в настоящем времени уже несколько будет деревня, то есть она как будто бы расширилась. Вот, и появится здесь вот супербосс. Вот, супербосса мы этого вырубаем, который из подземных жителей. Вот, жителей подземного мира. Вот, и затем уже будет проходик к другому сундучку, последнему, третьему сундучку. Так, друзья, ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.